Сегодня снова мы будем с вами распаковывать посылочку, которую я получила с сайта Мыло.Опт. Я ее уже разрезала скотч, чтобы не занимать время ваше. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Так. Вот она накладная. Всегда есть. И сейчас мы будем потихонечку вытаскивать эту всю красоту. Так, каустическая сода. Все в своих мешочках. Ставим коробку в сторону. Каустическая сода, 1 килограмм. Так, что у нас тут еще в ведре? Пальмовое масло 900 грамм. Срок годности до 10 месяца 2020 года. Срок годности хороший. Так, здесь у нас тоже все упаковано, все чистенько, ничего не протекло. Масло рапсовое, рафинированное. Срок годности до 10 месяца 2020 года. 1 литр тоже масло рапсовое. Масло оливковое Extra Virgin. Пакетик. Масло оливковое Extra Virgin 1 литр до, тоже до 10 месяца 2020 года срок годности. Так. Масло какао нерафинированное 50 грамм. Срок годности тоже 10 месяц 2020 год. Сейчас вам покажу тоже все в пакетиках. Вот. Так. Что у нас тут еще? Так. Кислота стеариновая. 100 грамм. Срок годности тоже 10 месяц, 20 год. Так. Масло кокосовое 900 грамм, тоже все в пакетиках, заклеено еще скотчем, ничего не протекло, ничего не... Так, тоже 10 месяц, 20 год, тоже срок годности хороший. И еще у нас здесь масло зародышей пшеницы, тоже срок годности... 5-й месяц 2020 год. Сроки хорошие. Накладная по накладной. Кокосовая, оливковая, зародышей пшеницы, рапсовая, масло какао, стериновая кислота, пальмовая, каустическая сода. Все есть, все целое, все чистенько, ничего не протекло. Сроки годности хорошие. Посылка дошла не очень быстро, но все хорошо, я довольна. Продукт хороший, не первый раз уже берем. Спасибо.